Лекция на тему агентурная сеть. Основные цели и способы реализации агенту сети не нужно привлекать на себя внимание. Агенту сети не нужно распространять информацию, что он работает на ФБР кому-либо, кроме руководства ФБР. Агенту сети нужно докладывать о каждых нелегальных действиях со стороны банды, мафии или же коррупционных со стороны госорганизации. Агенту нужно все фиксировать на миниатюрную камеру со встроенным микрофоном. А агенту нужно включать камеру, как только проснулся. Ну, как только на территорию этого, за кем следит, заехал. Вопросы есть какие-либо? Нету. Депо.